Так, смотрим, ребята. Значит, так, обзор делаю дома, в котором я купила квартиру. Гараж выплатила уже, да? Уже позитивный момент. Я извиняюсь, я пытаюсь наладить вот эту штуку, которая должна крутиться. Но меня так раскритиковали в прошлый раз, что у меня неправильно работала вот эта штукенция. Я, честно говоря, вообще забыла, как ей пользоваться. Ребята, вы извините, давно не снимала ничего на видео. У меня полная прострация, как это все пользоваться. Будем пытаться. Нет, не так, да? То есть она движется за мной. Сейчас, секунду. Наладим это дело. Не знаю почему. Вот сюда должно. Вот. Ну все, заработала. Ага. Так, ну что показывать? С чего начинаем? Во двор пойдем, да? Можно с 24 этажа, а потом... Давайте, да, давайте. Так, вот на улице. Сейчас пойдем вовнутрь. А вот это что за ролет? Это для чего? Это ролет. Автомобиль подъезжает, считывается через камеру госномер, угу. И ролет открывается автоматом. А для чего? Это во двор заезжать? Это чтобы в подземный паркинг. А, это в подземный паркинг. Угу. Так, ребята, вот мы попали в подземный паркинг с вами. Вот так все это выглядит. Угу. Да? Ну, сейчас смотрите. Вот это вот лифты, подземный гараж, подземный паркинг. Это два дома, они уже практически готовы. Мой дом в пятом. Вот, ну, один из гаражей у меня вот такого. То есть, смотрите, у них есть паркоместа, а есть гаражи. Гаражи с ролетами. Лифт, соответственно, опускается в подземную парковку. Лифты по три лифта. А обычно в подъездах только два лифта. В этом новых домах по три. Эти машины уже ездят. Ага, мы едем сюда, да? Три лифта, да, Наташа, в доме по сравнению с другими? 4 до 3 лифта. Если 16 этажей, то 2 лифта. Так, значит, у нас будет три лифта, да? Три лифта, да? Так, а давайте покажем вот эти почтовые ящички. Так, тут все через, все смарт, да, через ладони, через там все. Открывается? Так, смотрите, какие почтовые ящики. То есть это холл, да, и в холле вот такие красивые. А кладовки здесь тоже, да? Да. Ага, вот тут кладовки. Ну, это же не у всех кладовки, а у кого? Кто приобрел кладовки, да, понятно. Видите, видите, какие отделанные коридорчики очень симпатичные. Три лифта, все, пришел, да? Ага. Вот. Ну, на данный момент они обшиты, потому что ремонт идет еще. То есть, ну, этот дом уже сдан, да? Да, он введен в эксплуатацию, уже люди же проживают. Мы едем на 24-й, лифты скоростные. Угу. Ну, это чтобы вью, посмотрите этот вид, да? Видите, какие потолки на лифтах. Ну, это все, пленочка, это все будет потом сниматься, так да? То есть ремонт, да, вот еще ремонт. Сейчас, угу. В таком виде сейчас. Гаражи вот, готовы, да. А в этот, в мой дом лифт уже вставили, но еще не запустили, да? Угу. Там уже входные группы даже сделали. Понятно. Интересно, конечно. Быстро, быстро. Все равно быстро, считаю, работает. А школа тоже будет когда запускаться уже? В 25-м. В 25-м году, да? В сентябре, да. Должны детки уже пойти в школу. Это та, которая там какая-то там накрученная будет, да? Нет, наследие с другой стороны. Мы ее из окон увидим. А, наследие будет видно. То есть рядом, да? Угу. Ну, это все тоже пленочка пока заклеены. Угу. Ну, три лифта, это нормально, это прям вообще и отлично. И быстро мы едем, и плавно он остановится. Вот а видите, в каждый подъезд, в каждой подъезде на площадке сколько квартир? Либо 5, либо 7. Тут 24 этажа, то есть, а у нас сколько будет? Так как у вас квартиры где трехкомнатные, там 5 квартир. 5 квартир, да? Угу. То есть это на лестницу выход, а это подъезд. Угу. Ой, как здесь классно. Ой. Ой, свежу прям как, да? Кубань, я думала, вообще обмелела. Она еще такая, ничего. Я удивляюсь, такая же жара стояла. Я думаю, приедем, там дожди пустыня. Смотрите, ну так что тут тех дождей было? Вот вид на Кубань, ребята. А вон наши горы кавказские. Да, Кавказин Маунтинс. Вот, вот эта вот граница, которую вы видите, это не облака. Я первый раз, когда увидела, я даже не поверила, что это... Помните, да, мы смотрели с вами? Я говорю, это какие-то облака или что это? Мне тоже дочка говорит, а что это, говорит, такое? Я говорю, это горы. Но вид, вот как на буклетах нарисован, да, вид, он так и есть. Но у меня, ребята, окна у меня напрямую будут выходить на этот вид. Не сбоку с балкончика, а у меня прямо... Я считаю, что я отхватила самую шикарную квартиру.
Прям повезло, да? Сейчас гаражи, знаете, сколько? Сколько стоят? Гаражи? 3 300 гаражи стоят. А да вы что? Миллиона, вот, в вашем доме. А, обалдеть. Я вообще удачно еще такую кладовку оторвала, да? Ребята, посмотрите, какой здесь вид. То есть вот эти два дома сданы. Так, сейчас посмотрим вот эту парку, этот вниз. Глядите, вот как сделаны здесь все эти площадочки. У нас люди очень с удовольствием смотрят, а многие приезжают, ну, если даже едут на Кубань или в Краснодар, они прям конкретно говорят, а где ты купила? Вот видели ваш диванчик, у меня потребовали дать данные, говорят, так диванчик понравился. Хотя я его вообще же никаким местом, ну, не рекламировала, диван просто попал в кадр. Представляете, и люди увидели. А заповедник сам вот этот вот, да, вот это? Вот оно начинается, угу. И вот туда вот. То есть, ребята, вот это заповедник, называется Красный Кут. Вот это все, и вот туда, да, и вон дальше, туда идет. Вот это. Вдоль реки, вот. Угу. Ну, а тут свежий воздух, вот просто реально. То есть, видите, на ту сторону, глядите, вот туда идет Краснодар. А здесь мы, получается, на реке, на Кубани, да еще заповедник. И вот вид, вот Кубан, вот эти Кавказские горы. Все, вообще красота. Так, а здесь, значит, они закрыли сейчас территорию. Это все строительные работы здесь, да, вот это вот. Ну. А, это территория школы будет, вот эта, которая будет школа. Да, то есть, видите, будет школа прямо вот здесь под домом. То есть дети могут пешком ходить. И, знаете, здесь тоже плюс, то, что они под кондиционеры сразу сделали вот эти вот короба, да, они все одинаковые. А это вот ЖК Фонтаны, по-моему, да. Ну, что-то вот и говорили, у них какие-то проблемы, да, по проблеме какой-то. То есть они, качество... А это наследие строится, вот это вот. Вот это наследие. Да. Это та школа, которая такая вот крутая. Для одаренных детей вот эта вот школа строится. Я в шоке, Кубань какая полная. Мы же осенью были, была такая, да, обмелевшая. И тут такое лето жарко. Я ожидала, что Кубань вообще там просто какой-нибудь этот ручеек протекает. Угу. То есть, смотрите, вот когда если вы в фонтанах, то там вид такой вот в основном городской. А все-таки, когда мы вот в гарантии, да, на обрывной, смотрите, вот у вас вид, у вас ничем он не закрыт, вот вам горы, вот вам река, это будет территория школы, и с верхних этажей у вас просто потрясающий вид. Так, дальше мы что смотрим? Давайте посмотрим, да, квартиру с ремонтом. Это же еще можно ремонт заказывать, да? То есть, если кто-то хочет, то можно квартиру заказать с ремонтом сразу. Мы сейчас посмотрим. А это ремонт от застройщика, да, который будет? Угу. Да, лифт очень мягко действительно приземлился. Угу. А ремонт будет, не ремонт, а уборка будет вот в подъездах? Или так... Управляющая компания будет, да? А кто будет управляющая компания? Вы уже знаете? Управляющая компания гарантия. Это вы же, ваша же ваша. Угу. Потому что, чтобы сохранить ту уровень, да. Конечно, то, конечно. Если кто-то придет другой, то А здесь, если вы там попадаем в коридор, на, это коридор на это, да? Ага, ой, показать вам холлы тоже, смотрите, во-первых, двери у всех стандартные, эти какие классные, потолки, сразу картины, вот такой классный пол, и 5 квартир, здесь 7, а у нас 5 будет, да, кстати, вот 7-5 квартир, вот сразу идет входная группа вот такая, ну, очень, конечно, достойный, очень достойный, конечно, жалуются некоторые на цены, но так оно того стоит, потому что умный дом. Можно купить где-нибудь на западном входе, там не уровень, там уровень, угу, здесь всего лишь. Более того, здесь рядом через дорогу практически трамвай. Трамвай, он до университета идет же, да? Да, 8 минут. Да. 8 минут до университета Кубанского. То есть, если у вас дети, которые будут учиться в университете, то вообще прекрасно. Также можно, допустим, сдавать в аренду, да, квартиру для студентов. У нас уже здесь студия, студия 40 тысяч. Это в месяц дают, да, за такую по такой цене. Студию, да? Студия. Угу. Но в этих домах, вот в первом и во втором еще есть квартиры, да? Да. Просто они уже не будут там на каких-то верхних этажах, да, там, допустим. Там нужно смотреть. Угу. Конечно, сравнить. Вот я живу сейчас вот в этом центральном, да.
старые уже вот это вот, ну, пульт управления, панель управления уже такое все outdated, да, то есть все старейшее. Тут все вот электронное, все тачскрины, очень красивая панель. Вот. Потом, когда закончится ремонт, конечно, все это удалят. Мне даже потолки такие очень интересные. То есть и очень тихо едет лифт, да? Вот звуковое вот это вот оповещение. Здесь же музыка есть, но здесь что-то она перестала. Кто-то заходит еще? Вот это, видимо, за это... А, нажал, да? Угу. Так, что здесь должно быть еще, вы говорите? Музыка. Музыка должна быть, да? Еще ремонт идет. А, коммерция уже будет к осени, да, то есть да, уже люди будут... Обещают, что, ну, ближе к осени, когда, ну, какой-то определенный процент людей заедет сюда, чтобы она, ну, не пустовала, потому что будет убыток работы. Поэтому, ну, сейчас входные группы именно по коммерции сделают. А они это самое... Будет какой-нибудь, кто-нибудь берет из с какого-нибудь спортивного сооружения, там, может, маленький какой-нибудь спортзал или... Спортивный комплекс у нас будет во вторую очередь. На вторую очередь, да? Отлично. Ну, ну, будет, то есть в плане есть. Да. То есть эти все люди, которые в этом доме, вот в соседнем, могут, они могут туда все равно ходить, да? То есть продуктовый будет, да. Там, наверное, какие-то косметологические, спа все какой-нибудь, будет, может, все будет, да? Все будет, но в коворкинге, куда можно будет мастера пригласить, там, ногти, ну, все что угодно. Так тоже кто-то может, нажал, нет, да? Нет, мы сюда выходим. А мы выходим на седьмой, да? А, мы ремонт идем смотреть. Угу, понятненько. Так, мы идем смотреть квартиру с ремонтом. Ага, свет включается, да, то есть подошли, вот, смотрите, какие красивые двери. Тут самые двери, мало того, что они красивые, они еще, смотрите, какого качества двери. Сколько, Наташа, вы говорили, стоит такая дверь, если покупать? 150, а вот это вот, что мы заходим сюда, что мы вот это вот видим? Ага, так, я пока не могу это ответить. То есть это электрический счетчик, да? Он, ну, просто, да, гляньте, как красиво. Вы уезжаете куда-то, выключили все, свет. Ага. А вот это вот, это обои такие или это штукатурка? Это обои, это покраска. Угу. И натяжной потолок, да? Да. Боже, а мне нравится. А пол ламинат? Ламинат, да, это 33. Ну, очень хорошего качества ламинат, смотрите. Это, то есть, застройщик такой ремонт делает, да? Так, может, мне надо рассмотреть ремонт. Очень хороший ремонт. Инсталляция, не туалет обычный. Угу. Подвесная. И вот это сразу идет сушилка, да? Да? Сенсорный получается. Это... Ага, так, зеркало сенсорное, да? Угу. Наверное, отошел немножко. То есть здесь, смотрите, ну, сейчас пленочка, но, в принципе, это зеркало под пленкой. Такой вот умывальничек. А, ну, выбор можно немножечко какой-то другой, да, например, другую. Ну, вот, допустим, раковину какую-то другую взять. Именно в таком виде, да? Слушайте, ну, все равно, даже если в таком виде, в крайнем случае, вы потом можете просто зеркало, допустим, другое повесить. Ванну, я считаю, потрясающее качество ванны. Потрясающе. Это доступ для... ну, ремонтировать, да. Смотрите, какие краны. Вот я люблю, когда такие длинные краны, то что вода вот тут вот не затекает, потому что это такое, ну, это кафель такой, да, вот сделан. Обалдеть. Смотрите, ребята, от строителя ремонт, тоже, смотрите, натяжные потолки, соответственно. Я, честно, мы когда смотрели тогда с вами, был хуже ремонт, по-моему. Просто видео, и не было у нас здесь ремонта. Обалденно. Слушайте, мне очень нравится. А сколько, Наташа, по цене? Давайте сориентируем. 27 тысяч за квадратный метр. То есть это примерно $270-$280 где-то, да? Давайте посчитаем. Угу. Как это ниша, можно тут что-то интересное. Ну, надо сделать, да, дизайнерскую, то есть какие-то полочки можно или что-то такое. Очень хороший, конечно. Если это даже ламинат, он выглядит как паркет практически. Видите, все бело в черном тоне. Очень хорошего качества. Смотрите, двери, ручки. Обалдеть. Мы смотрели, когда вот осенью, ну, ремонт был не такой, меня что-то как-то не впечатлил, а на данный момент просто... Это гардеробная сделали. А гардеробная, какую забацали огромную. Ну, это перепланировку сделали, да? Да, да. Цена не было, ее не отделили здесь для гардеробной. Какие высокие потолки, какой... О, боже мой. Плит-система тоже будет в ремонте, кстати. Плит-система включена, да? Сразу кондиционер выносится туда, блок. Металлопласт. А окна это были уже стандартные, да? Да? Да. Посмотрите. И вот эта вот люстра вошла, да? Вот эта люстра.
То есть натяжной потолок. Этот, конечно, вид, видите, здесь вид на этот. Это школа и вот третье здание. Вот вы, конечно, можете выбрать квартиру с другим видом. Так, вот это вот уже, вот это вот вид на заповедник и площадка. А вот это будет событийная площадка, да? То есть тут будут какие-то приходить мероприятия. Вот Кубань. Вот я сейчас увеличу. Смотрите, вот проглядывает река Кубань. И вот смотрите, какая жара стояла. У нас было 44 градуса. И река полная, то есть вода, все. И в принципе туда люди ходят на пикники, на всякого разного рода, да? Отдыхают. Это все будет площадка, будет амфитеатр, будет проходить всякого разного рода мероприятия. А это заповедник. А это кухня, да? Да. То есть может у вас быть кухня и, смотрите, зона, кухонная зона большая. То есть кухня-гостиная получается, да? Кухня-гостиная, здесь у вас можно поставить гарнитур, и у вас будет рабочая зона под окном. Очень достойно, красиво. Потолки, потому что натяжные, эти никаких на них нету вообще. Симпатичные радиаторы. Такие вот, видите, не как старые батареи, а прямо маленькие, тоненькие радиаторы. Поставить всякие занавески, будут потрясающе. Да, очень-очень достойно. Это, получается, двухкомнатная считается квартира, да? И это вот спальня. Это для кровати, видимо, зону уже сделали, да, вот так вот. Тоже сплит-система. Обратите внимание, ну, в России нет центрального кондиционирования, но зато в каждой комнате есть сплит-система, можете в каждой комнате отдельно температуру менять. Вот. Так что, смотрите, чем выше этаж, тем выше вид. А эта квартира уже продана? Это не, вы не продаете, да? То есть это для как демонстрация, да, получается? А, очень красивый ремонт. Наташа, ну что, посчитали, да, сколько получается? 1 750 000. 1 750 000 – это, грубо говоря, ну, 20 тысяч, да, долларов, если на доллары. Где-то 20 тысяч долларов у вас вот такой ремонт будет. То есть вы заехали, у вас квартира готова. Обои покрасить можно, да? Никогда бы не сказала, что это обои. Вот как штукатурка. Как штукатурка. Так, еще раз порога покажу. Да, ребята, надо задуматься, может стоит взять вот такой вот ремонт от строителя. И даже при планировку, да, вот это внесли, знаете, какие двери. Вот что мне нравится, ну прямо, видите, вот одинаковые, да, группа. Это еще одна квартира, да? Это студия. Ага. Это студия, то есть здесь сразу это все в одном флаконе, да? Маленькая кухонька, и здесь вот кровать, и там какой-то столик, да? И все, то есть маленькая. Да, так как близко к университету, то вот квартира, видите, 40 тысяч рублей примерно будет стоить такая квартира. А тут еще ванная есть, да? Ну, это, грубо говоря, почти 500 долларов. Ну, такая же тоже ванная. Ванны, вы знаете, очень достойно сделаны ванны. Вот это вся, вот это панели, вот эти вот очень красивые. Вот это вот все сделано, этот под кафель, под панели. Инсталляция, вот туалеты, видите, такие подвесные, как бы, и зеркало с подсветкой. Тут, наверное, вот это наверное, работает, да? Угу. Третий вот раз нажала, свет, вот так, пошел. Очень-очень классно. Да, ремонт. Обалденные, хорошие двери такие. Так, дальше мы куда идем? На этаж. На этаж? Можем еще посмотреть квартиры. А на этаж имеется в виду на 24-й. Нет. Я имею в виду, ну, еще квартиры будете смотреть. На этом же? Ну, давайте, какие там у нас еще? Что еще есть? Есть однокомнатная, есть на open space. Угу. Тоже ремонт, да? Смотрите, тут огромная какая квартира. Тоже, это, видите, все это, ну, считается open space, то есть вы можете перегораживать, как вам хочется. Перегородку, тоже светильничек, ремонт от застройщика. Очень такие симпатичные стены. Я бы никогда не подумала, что это обои настолько ровненько, красиво все сделали. Да, очень хороший ламинат. Вот такое ощущение первое, что это натуральное дерево. Не отличишь. Вот. И здесь тоже, наверное, ванная, да? Ну, двухкомнатная квартира, конечно, более просторная. Вот один одного плана. Но видите, подвесные потолки, то есть ровненькие потолочки. Стеночки такие классные. Вообще вот эта вся, вот эта вот, кто придумал ванну так сделать, очень мне нравится. Просто обалденно.
Это вот вы без заморочек, если вы купили квартиру и вы взяли сразу же у застройщика 20 тысяч примерно плюс-минус. Ну, это для больше побольше квартиры, для меньше будет меньше, соответственно. Бэм, и у вас готовый ремонт, да, приехали, получили ключи и все. А как долго они примерно делают ремонт? 3 месяца, да? Это же не закрылась там дверь. Ага, все. Вот. Ну, такие подъезды, эти дверки. Очень все достойно, очень все симпатично. И что, будем площадку смотреть или парковку? Спустимся вниз, да? Угу. Вот, так что гаражи тоже сразу вы отсюда спустились в гараж. Много людей уже заехало? А пока все остальные ремонты делают. Ремонты, да, делают. Понятно, что, естественно, новый дом. Но приятно то, что нет такого сильного шума. Я ожидала, честно говоря, что шума больше будет. Так, сейчас я выключу.